Рабочий маршрут у дворника Мегерама Мустафаева всегда один и тот же. Вот уже 10 лет. С утра пораньше на стареньком мусоровозе он едет по Амурской, Кастринской, на остров, а потом на Бабушкино. Мегерам живет в Чите уже 30 лет, с тех пор, как служил здесь в армии, но старается каждые 2-3 года ездить домой, в Баку. В Чите его уже 30 лет, зовут Анатолием. Я думаю, что Чита в последнее время дома строятся нормально, чтобы чистый город был, чтобы не было везде грязь, мешки там всякие, бутылки там, чтобы приятно было, ездишь, да, чтобы другие города, да, чистый город. Маленькие остановки по пути следования. Силами Анатолия Мегерама и его напарника Виктора Ивановича, как по волшебству, очищаются. «Грязная работа», — говорит наш герой. Не сетует, скорее констатирует. В мусоре часто находят телефоны, нужные вещи. Было даже обручальное кольцо. Найденные телефоны возвращает. На ругань прохожих старается не обращать внимания. Нас основное ругают люди, потому что мы метем. У нас и ночью работает, и мы блин, и еще нас матерят, страшно даже бывает. И говорят, да, вам надо на ночь работать, а у нас и ночью мусоровоза работает. Круглосуточно у нас работа идет, понимаете? В его обязанности не входит, собственно, уборка. По штатному расписанию он водитель-дорожник. Что ж он будет работать, а я за рулем сидеть, пожимает плечами Мегерам. Его любимая улица Бабушкина. Сюда он приезжает примерно в 11, когда половина центра города уже чисто выметена. Мой маршрут основной, да, получается, вот я уже сколько лет, Амурский там, Первая Чита, Бабушкина, вот где мне даже во сне снится эта улица, вот моя любимая улица, потому что я работаю на этой улице. Мегерам мягко убеждает читинцев не мусорить хотя бы в тот момент, когда только что убрали. У этого киоска недалеко от рынка бардак каждый день, хотя по договору обязаны убрать 5 квадратных метров вокруг торговой точки. И у них там постоянно здесь грязь. Постоянно. Здесь было кордоны, все урны, все, вы торгуете, вот это, понимаете, всех. Около себя там, я не говорю, я каждый день, каждый день я убираю здесь. Штрафы не помогут. Надо просто, чтобы каждый из нас уважал свой город. Мегерам Мустафаев – человек, который каждый день делает чистой вашу улицу.